Более 1000 новых рабочих мест планируется создать в Нижегородской области в ближайшее время по результатам подписания соглашений в первый день работы Международного бизнес-саммита. Делегации из 25 стран от Европы до Юго-Восточной Азии приехали в регион, чтобы обсудить размещение здесь своих новейших производств – от полимеров и энергосберегающих систем до аэрозольных пропеллентов. За несколько лет санкционного противостояния география участников только расширилась. Сохранив основных европейских партнеров, Нижегородская область укрепила связи с такими экономическими гигантами, как Япония и Китай. Интерес, как минимум, к Нижегородской области, он никак не спадает. Те наши традиционные партнеры, которые были, вот звучало же, что с нами работает Франко-Российская торговая палата, с нами работает Германо-Российская торговая палата, с нами работает Швейцарско-Люксембургская торговая промышленная палата. То есть люди, наши бизнесмены, никак не отвернулись от России, от Нижегородской области. У каждого региона так или иначе есть крупнейшие мероприятия экономической направленности, которые проходят, собственно, везде, ежегодно. Бизнес-саммит, на мой взгляд, здесь выделяется в лучшую сторону. Это информационный обмен, привлечение новых идей, людей, не только инвестиций. Хотя инвестиции, естественно, тоже очень важны и интересны для региона. Мировые лидеры в самых разных промышленных сферах приняли решение разместить свои производства именно в Нижегородской области. Инвесторы отметили, что особенный интерес к региону вызывает открытость власти к диалогу с бизнесом. Нижегородская область – лидер по привлечению инвестиций, несмотря на какие-то объективные сложности, которые складываются в политической жизни сегодня, в мире в целом. И сам факт того, что к нам приезжают постоянно на бизнес-саммит, несмотря ни на что, наши иностранные коллеги, партнеры, все, кто интересуется регионом и на будущее рассматривает возможность здесь развития крупных инвестиционных проектов. Мы хотели бы, чтобы вот диалог, который есть сейчас, то, что Валерий Павлинович уделяет время подобным мероприятиям, мы надеемся, это будет продолжаться, мы надеемся на это. Мы будем участвовать однозначно в мероприятиях, на которых мы можем задать вопросы и слышать ответы на наши вопросы. Губернатор Нижегородской области заявил, что главным результатом бизнес-саммита будет не впечатляющая статистика по количеству делегаций и подписанных соглашений, а создание реальных рабочих мест для нижегородцев с достойным уровнем оплаты их труда. Инвестиции и будущее, они непосредственно связаны, поэтому тематика здесь довольно-таки актуальна. Это и производство автокомпонентов, это и производство пищевых продуктов, поиски инвестиций. Это все равно как металл из руды добывать. К слову, объем средств по соглашениям о сотрудничестве, подписанным в первый день бизнес-саммита, составит более 3 миллиардов рублей.